стремительно сейчас меняются не только цены на жилье, но и способы поиска и выбора квартир. Все чаще для просмотра новой жилплощади используются инновационные технологии и сервисы. Как это работает, узнавал Олег Федоров. Не ожидали? Театр начинается с вешалки, гостиная Сталинки начинается со сплошных дверей. Две комнаты по 17 квадратов. Чтобы поменять лампочку в этой квартире, вам понадобится спецсредство. Карабина достаточно. Долой обычные презентации квартир. Пришло время подойти к делу с душой. Так решили в одном из агентств недвижимости Иркутска. В роли актера сотрудник компании Андрей Баженов. На создание юмористических коротких видео, так называемых вайнов, мужчину подтолкнули обзоры автомобилей на YouTube. То, что подобный подход сработает и с показом жилья при продаже, подтвердила практика. В таких видео мы делаем упор на какие-то основные стилистики квартиры и находит это большой отклик в Инстаграме, увеличивается количество просмотров живых. Люди, в общем, хорошо заходят людям это. Сначала мы сами осматриваем объект, знакомимся с собственником, ну и предлагаем снять дрона там или снять внутри 3D-тур. 3D-тур – технология, которую в последнее время активно используют сайты по продаже недвижимости. Объемная презентация позволяет продемонстрировать квартиру с разных точек. Хотя многие покупатели по-прежнему хотят прогуляться по будущему жилью, в том числе и когда речь идет о выборе квартиры в другом городе. И в этом случае на помощь приходит виртуальная реальность и современные банковские сервисы. Так, а здесь у меня будет игровая. Сюда поставлю приставку, сюда телевизор и колоночки по бокам. Вот так, находясь в Иркутске, я спокойно смог присмотреть себе квартиру в Москве. Да не просто присмотреть, но еще и походить и воочию оценить обстановку апартаментов. Это стало возможным благодаря очкам виртуальной реальности и инновационному сервису выбора квартир от ВТБ. Так, а в коридор я, пожалуй, поставлю аквариум. Точно. Во время сеанса клиента сопровождает виртуальный помощник, который является сотрудником нашей экоплатформы «Метр квадратный», который поможет клиенту выбрать квартиру, ответить на все вопросы. Сервис дает возможность посмотреть в реальности квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. При этом клиенту не нужно выезжать из Иркутска. Кстати, все чаще цифровые технологии в регионе используют и при регистрации недвижимости. Например, электронными сервисами Росреестра при оформлении прав на собственность в Иркутской области в этом году воспользовались 100 тысяч раз. Также на 20% увеличилось число тех, кто регистрирует ипотеку в электронном виде. На сайте Росреестра можно подать документы на все услуги Росреестра. Это и на государственный кадастровый учет, и на регистрацию прав, и на предоставление сведений из ИГРН. Считаем, что такой способ подачи документов очень удобный, быстрый, безопасный. Электронный способ подачи документов позволяет выполнить операцию за один день. Так что можно с уверенностью сказать, покупка и оформление недвижимости в Иркутской области из трудоемкого и долгого занятия превратились в интересный и удобный процесс. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням.